Обзор материалов париков. Развенчиваем мифы. Меня зовут Надежда. Мы находимся на проспекте Просвещения, ТРК Норд. Поехали. Синтетика, она и в Африке синтетика. Одна из самых популярных фраз в отношении искусственных волос. Что касается натуральных, с ними все понятно. Они, естественно, уложены, комфортные в носке, их можно стричь, красить, укладывать, что еще надо. В отношении же синтетических постижерных изделий сложилось негативное и предвзятое мнение из-за дешевых китайских подделок. Сегодня мы разрушим мифы, рассказав о разнице в материалах. Если вы до сих пор считаете, что хорошими могут быть только натуральные парики, это видео точно для вас. Давайте разбираться, кто есть кто. Полиамид, акрил и винил. Эту компанию вы встречали, когда заходили на сайт AliExpress или в магазинах праздничной атрибутики. Она самая дешевая. При попадании искры на материал он легко воспламеняется. А еще дешевая синтетика аллергенна. Например, парики с такого материала долго носить нельзя. Летом в них вы неизбежно будете потеть. На вид они... Ну, искусственно, дешево выглядят, такой синтетический блеск навязчивый, жесткий, быстро путается. Медакриловые волокна и каниколон – это синтетические материалы высокого класса, которые ничем не уступают натуральному волосу. Благодаря их тонкой структуре не создают лишнего объема, примерно в 8 раз легче натуральных. В отличие от акрила, они не воспламеняются, а плавятся. Они легенькие, дышащие, воздушные, волос максимально приближен к натуральным, но не выдерживает высоких температур. Синтетический материал – термоволокно, который устойчив к высоким температурам. Их можно укладывать феном, взбивать плойкой. Все манипуляции делают до 180 градусов. Не имеют ярко выраженного блеска, они матовые, легенькие. Обладают памятью формы. Если вы задали им локоны, они не боятся погодных условий. Существуют еще смешанные материалы. Это характеристики натуральных волос и термических, которые не боятся горячих воздействий, что следует из названия. Их можно также укладывать, сушить феном, все манипуляции до 180 градусов. Технологии производства постижерных изделий постоянно совершенствуются и развиваются. Бренды постоянно патентуют что-то новое. И чтобы вам легче было сориентироваться, мы всегда следим за новинками и всегда показываем все в наших видеороликах.